Ну що ж, сьогодні у нас в гостях Євгеній Мосєєв, психолог. Чому ми вас запросили, Євгеній? Тому що сьогодні, саме сьогодні, Міжнародний день боротьби проти бідності. Доброго дня. Непогано, так? Да, добрий день. Хотілося б запитати у вас, як у спеціаліста, можливо, існують якісь тренінги або якісь установи або настанови для людини, щоб вона могла направити себе на гарний результат, щоб ніколи не її не торкнулася бідність? Ну, это, вероятно, есть такие тренинги, таких тренингов очень много, но такая вот мечта, желание, чтобы бедность никогда не коснулась, это мечта утопическая, и понятно, что такого не может быть. Я думаю, что это вопрос постановки цели и вопрос того, к чему человек хочет, намерен стремиться. Вот. И, ну, вообще, я думал, меня предупредили о том, что сегодня такой день. Я думал об этом, и мне кажется, что корни бедности или неблагополучия лежат в... Прежде всего, в том человеке, который вот, он неблагополучен, там, несостоятелен или беден. И вообще-то вопрос, если так посмотреть философски, такой очень относительный, потому что, ну, вы знаете, наверное, есть такой ученый, этот Перельман, который, ему предложили очень большую сумму денег, он не согласился, он ходит с авоськой пешком там, за продуктами. То есть это мировая, ну, как бы, такой феномен, что человек, которому деньги просто не нужны. И вот в случае его, очевидно, что вот это, наверное, не считает там, каким-то бедным или несостоятельным. Ну, взагалі, бідність, вона, це проблема психологічна. Зараз я поясню, чому я так думаю. Я почав моніторити історії людей, американців чи будь-яких, які виграли по 100 або 200 мільйонів доларів. І ці історії тих людей, які збанкрутіли потім. І не треба казати, що грошей не вистачає. Я бачу, що деяким і 100, і 200 мільйонів доларів не вистачає. І ще одна цікава річ. Людям, які вигравали суму, їм пропонували так. Ти береш 200 мільйонів доларів, але ми виплачуємо протягом 10 років цю суму, або ти отримуєш 100 мільйонів доларів, але одразу. Кожна людина обирала одразу. Менше, але одразу. І я бачу, скільки грошей не заробляють, скільки не вигравають, деяким завжди не вистачає. Я не розумію, як. Це, ну, психологічний фактор, 100%. Ну, да, совершенно верно. Ну, вообще, вот лотерея, так, если ее развивать, есть же такая вообще патология, игромания, там, людомания, по-разному называется, это когда человек, у него навязчивая, ну, игра, он ставит деньги и проигрывает. Я думаю, что здесь вообще история такая, когда человек выигрывает крупную сумму денег, это всегда нелогично, и это происходит вот просто по воле случайности, здесь что-то такое мистическое, вот фортуна там, вот, и... Самое главное, чего нет у человека, который выиграл эти деньги, это ответственности. Он во-первых, этого в общем-то, не ждал. Во-вторых, он, ну, в общем-то, по большому счету, не особо что-то прилагал для того, чтобы это сделать. И если он не знает, как он их заработал, то есть он, ну, по сути, это свалилось на него, то он не знает, как их удержать, не умеет. Ну, опять же, у человека, ну, вот я так представляю, если у меня будет миллион долларов, то я не знаю, как я буду его тратить, потому что я об этом не думал. Ну, никто об этом не думал. Ну, наверное, люди оказываются просто в такой ситуации, они были неподготовлены. То есть проблема в том, что люди просто не умеют користуватись грошима. Да. А чи можно как-то научиться, какие-то там, может, какие-то поради есть? Есть такое вот интересное выражение, что бедные люди от богатых отличаются тем, что бедные тратят больше или столько, сколько зарабатывают, а богатые тратят меньше. И то, что человек может сделать вот прямо сейчас, не поднимая свои, ну, не знаю, как-то заработки, не меняя образ жизни, не меняя работу, это начать рассчитывать собственные расходы. У нас есть вот наши обычные расходы. Например, вот я только недавно стал задумываться над тем, сколько я трачу на конкретно на еду, на проезд, на какие-то вот такие вещи. Есть, ну, в помощь на мобильные устройства, на телефоны, есть приложения в бухгалтерии, более сложные, более простые. И, ну, вот та же еда, ведь вот была предыдущая гостья, она рассказывала про здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни очень хорошо цепляется за, ну, еду, здоровую еду, способ еды. И, в общем, то, что мы едим, вот только на этом можно очень хорошо, ну, отыграть. То есть это может быть что-то какая-то... Це те, що зараз кожна людина може зробити, це просто поміркувати і сказати собі, задати питання, скільки я витрачаю на їжу? Зачем чи варто це витрачати, чи там...
сьогодні купив кілограм печива шоколадного, а може півкіло, чи взагалі не купувати. Да, а зачем воно нужно? Это если я получаю от этого только счастье, и я не, ну, мне оно необходимо для жизнедеятельности, там, у какого-то вот насыщения, пропитания, то тогда, может быть, мне счастья не хватает. Я слышала о том, что пропаганда подобных приложений для смартфонов является в том, чтобы человек реализовывал, рассчитывал свою покупку, уже находясь, еще находясь дома, чтобы его взор не падал ни на какие ненужные предметы в супермаркете, и его телефон просто ему не позволит купить, приобрести лишних вещей или же продуктов, которые ему не нужны. Ты не видишь этого, ты не увидел это печенье или мороженое, ты знаешь о том, что тебе его не нужно покупать. А мой викладач, до речи, він казав, що брав спеціально менше грошей, не брав з собою картку, щоб не витратити більше. Тому що він каже, кожного разу заходжу в супермаркет і кожного разу витрачає більше, ніж треба. Не знаю, це якась магія. Ну, а в супермаркетах є ж, це, кстати, є дуже багато роликів на ту тему, що там же є спеціальна система, яким образом вони викладають товари, коли чоловік покупає щось необхідне, а потім він йде, і от потрібно себе як би відблагодарити, купити, ну, як ігрушку. Ребенок получает игрушку, а взрослый человек получает там какие-то сладости. Ось чему на кассах вот эти сладкие, правильно? На кассах, да. Считается, что вот запах кофе и ванили, он как-то нейрофизиологически очень человека вот настраивает на такой благодушный лад что-то вот купить. И вроде бы там есть какая-то система, как должны расставляться эти автоматы с кофе там или там, где пахнет ванилью, рядом с какими-то вот теми товарами, которые традиционно покупают. Ну или хотя бы то, что вот на полках, то, что до чего ближе дотянуться, обычно дороже, чем то, до чего дотянуться сложнее. А никого не замыслился. Да, есть определенная расстановка горячих тон зон реализации товара, вот, которые ближе всего попадают в зор. Да. Это антиреклама зараз супермаркетов. Нет, это то, как зарабатывают супермаркеты, и если это знать, то можно понять, как заработать, уменьшить, вот, это же я говорю, это не о том, как заработать, а о том, как уменьшить расходы. Ось, ну добре, з їжею розібралася, але ж це стосується не тільки їжі. Ми купуємо, ну і речі якісь, які не потрібні. Ми беремо, у мене, наприклад, є однокласник, який взяв в кредит машину, але вона стоїть у гаражі, тому що у нього нема грошей на бензин. Логіка. Навіщо брати в кредит машину, якщо ти не маєш коштів на ній? І це розумна людина, нормальна, з вищою освітою, але чомусь щось не розраховують люди. От... Это такая очень частая тема, что мы очень часто покупаем какие-то вещи не по их прямой предназначению, а есть что-то еще. Например, машина – это, очевидно, статусность. Например, ну, мы живем в городе, который… Ну, вот есть города, где нужно там 2 часа ехать на работу. У нас же не такой город. То есть, ну, вот все эти вещи нужно учитывать. Ну, что касается транспорта, то сейчас, опять же, очень популярны велосипеды, здоровый образ жизни, опять же, вот пилатес там все. Да, у нас же экотрассу реализовывают уже в реальность. А, зрозумів, я зранку прокидаюсь, роблю пилатес, сідаю на велосипед, їду на роботу. Їдеш на роботу? Повз супермаркет, не заїжджаю туди. У халаті червоному. За мною біжить Інна Савіцька, віддай мій халат, але я все одно їду. Я зрозумів. Добре, добре, з цим розібрались. Скажіть, будь ласка, ну, про їжу поговорили, про речі поговорили, але як ці думки позбутись, от як зрозуміти, що ця річ, вона тобі реально не потрібна, як оцінити коректно, що ти не зможеш купити, або вона дійсно тобі не потрібна? Може, якісь питання треба задати? Як психологічно правильно себе направити чоловіку? Ну, обычный человек покупает то, чего ему не нужно, когда он не понимает, чего он хочет. То есть возникает такой, как бы, внутриличностный конфликт, что я чего-то хочу, но есть какой-то запрет. Ну, вот я не позволяю себе... Ну, это вот, знаете, как когда человек покупает себе абонемент в спортзал, и он у него лежит. И находятся вот отговорки, то есть это называется психология сопротивления. Это может длиться очень долго. Для того, чтобы понимать, то есть не делать покупки, которые не нужны, нужно понять, к чему на самом деле ты стремишься. То есть что идет, что находится за этими покупками. Например, человек, ну, к примеру, человек купил себе машину, потому что, предположим, кто-то из его, там, ну, предположим, родителей или кто-то из его учителей, кто-то важный для него людей, был автолюбителем, у него была машина, и этот вот образ у него есть, как образ, которому следует подражать. Но этот человек, он сам не является таким. Или, например, женщина занимается
ну, занимается какой-то работой, у нее есть какое-то дело, но при этом она помнит образ своей матери или бабушки, которая была такой хозяйкой, и она много времени проводила на кухне, занималась хозяйством, и она, несмотря на то, что это не является, не входит в ее образ жизни, старается, вот, чтобы дома у нее всегда была, ну, предположим, консервация, которая сейчас, ну, в ней необходимости нет прямой, ну, совершенно понятно. Але все равно требует консервация. Да, то есть ритуал. И получается, что здесь, как бы, мы говорим уже не о консервации, а какой-то, там, я не знаю, связи с предыдущими поколениями, а какой-то. То есть это то, о чем уже можно работать на таком психологическом уровне. Конечно, так однозначно сказать, что, там, я не знаю, нужно сделать что-то вот одно конкретное, нельзя, здесь нужно разбираться. Ну, добре, добре. Давайте, може, резюме підведемо. По-перше, ми дивимось те, як ми витрачаємо гроші на харчі. Потім ми складаємо список, якщо ми йдемо в магазин, що конкретно купити, і беремо гроші, ну, під розчет, щоб більше не витратити. Далі, ну, якщо я все правильно зрозумів, може, ви щас додасте. Коли ми щас купуємо, чи хочемо купити, ми задаємо собі питання, навіщо мені це потрібно? Це по-перше. І третє, що заважає, образ. Тобто, наприклад, якщо дівчина побачила якесь там чудове плаття у своєї подруги, боже, я хочу таке саме, і пішла, купила магазин, але ж воно їй не пасує. Наприклад, як у Інни халат, просто чудовий. Ось, і... але це ж не потрібно. І треба задавати собі питання, це образ мене приваблює, або це мені подобається. Може, якщо ви щось додасте, будуть це такі три пункти. Ну, я так розумію, що просто потрібно грамотно і послідовно реалізовувати свої покупки і бажання щось приобрести. І желательно це робити вдома, в стінах свого дому, не глядя на щось. Планувати, і це те, що дозволить, то есть ми, то, о чому ми говоримо, всі от такі покупки совершаются в состоянии, когда человек находится в эмоциях, либо, предположим, человек идет вечером, и он уставший, и у него снижаются вот волевые задержки. Он уже, ему хочет, я хочу сладенькое, и я уже не хочу ничего об этом, по этому поводу думать. А если есть список того, что необходимо, то это, во-первых, разгружает мозг, грубо говоря. Не нужно думать вот после тяжелого дня, что мне купить. Этот список является частью моего плана ежедневного, и я, в общем, все делаю по плану, и здесь сложно как-то, ничто не может меня сбить с пути. Тобто, хотілося б сказати, що правильна реалізація та планування своїх витрат, та також розваг. Я хочу сказати, що ще на розваги досить багато люди тратять. Ти багато тратиш на розваги? Так, я кожен день розважаюсь. Безкоштовно дивлюсь кіно вдома, в інтернеті, не знаю. Ну, попкорн ж покупаєш собі. Попкорн? Тобі чесно сказати? Так. У прямому ефірі? Так. Роблю сам попкорн. Ой, який? Я купляю зерно і роблю попкорн. Оце правильна реалізація свого часу, своїх витрат. Я хочу сказати, для того, щоб у вас було все сплановано, це треба робити вдома. Дякуємо вам, Євген, за таку пізнавальну розмову. Прості, але геніальні поради, як і все в нашому житті.